Куся, чего ты испугался, малыш? Кусик. Кусику назначили операцию. Среда, четверг, сейчас точнее скажут. Вот, и поедет он наконец-таки. Денюшка на операцию уже есть. Поедет он в Геленджик оперироваться. Иди, иди. Иди погуляй. Кусик, иди. Маленький он, меньше кошки, меньше анапки даже. Кусечка. Очень боязливый, конечно. Иди, иди, гуляй, Кусь. Очень трусливый. Оля приехала, он помогает. Смотрите, анапка и все ее дети гуляют. Целая банда. Бандосы, блин, маленькие. Вот. Кусечка, Кусечка, Кусечка. Кусик, Кусик. Вася истерит. Вон он на, за забором. Видите, башка сидит. Это у нас один-единственный кобель, который не кастрированный. Но у него возраст уже. Он старый прям. Вот. И это. Люлей стал получать от других. Вот вместо далматинца мы его на дом 2 прицепили. Где такое? Вот он всю ночь нам покоя не давал. Истерил. Ну ничего, привыкнет. А то у него точно замастырят там. Кусечка, что это за кусечка тут? Кусечка, Кусюля. Ты мой зайчик, манюхонький такой. Куда ты? Кусь, запутаешься сейчас? Я, говорит, мам, с твоих глаз уйти, чтоб покакать, да, Кусь? Иди сюда, иди. Все, щенков тоже отпустили гулять. Мишенька у нас на работе. Вот, на машине уехал. Мы с Олей сегодня тут тусуемся вдвоем. Лаем. Лаем. А, просили рассказать же про Кусика, откуда он вообще взялся. Кусик лежал в станице Анапской, тут рядом, соседняя деревня с нами. Вот, пригород Анапы. Он лежал под кустом. И лежал он там целую неделю. Вот. В местных чатах во всех писали про него. Одни волонтеры даже ездили его забрать, сказали, его нету. Потом другая поехала, а он где лежал, там и лежит под кустом. Вот. Ну и, в общем, его забрала девушка. Мы его взяли, но только с тем условием, что она будет его курировать. Ну, в плане, он живет у нас и все, а возить его везде она будет, потому что я не располагаю таким временем. Кусик! Ты милый какой. Ему бы дом найти. Сейчас прооперируется. Гляньте, какой он холосый. Смотрите, какой он холосый. Какой он милый. Просто он очень бояка. Бояка он, да. Скажи, сейчас у меня лапочка перестанет болеть. Я вообще, скажи, никого не буду бояться. Да, потому что от боли, скажи, иногда очень страшно. Ой, ой, пришли бандитки. Так, Куся, не по кустам. Пойдем. Пойдем. Пойдем, малыш мой. Пойдем, Кусечка. Кусюнь, пойдем, иди ко мне. Все, бандиты разбегались. Вот. Ну, вот так он, Кусик, у нас и застрял. А прооперируется, я не знаю, куда дальше. В конюшне он вечно сидеть не сможет. Ему надо дом. Выпустить его сейчас во двор, он как кошка. Он в любую щель просочится и убежит. Вот. Да и Маша его лапой раздолбанет, и все. Батончики. Ой, сейчас я представляю прививки на 5. Анапе оплатит новая мама прививки, а этим 5 ставить надо. В среднем где-то 600 рублей прививка. Куда, куда, куда? Только не вглубь, Кусик. Не бойся их, иди сюда. Бандюган.